Добрый вечер, уважаемые любители волейбола! Мы рады приветствовать вас под великолепными сводами Дворца спорта имени Ивана Ирыгина, где сегодня в 1/8 финала встречаются команды, близко расположившиеся в турнирной таблице Пари Суперлиги чемпионата России открытого. Это Енисей принимает волейбольный клуб «Шахтер». На технику подает, идеальная доводка за головой. И мощно атакует Алексей Комар. Планер сверху принимается за головой. Марченко атакует, мяч в игре. За головой Марченко атакует по линии и грамотно попадает в пятую зону на групповом блоке Урсова и Филиппова. Сорвана доводка. Конечно, сложно было Усипову пасовать, но он все-таки умудрился. Доводка идеальная. И Марченко из-под первого темпа. Планер. Планер. Урсов практически ошибся, но выручили команду. И теперь изящным кистевым движением Казицын. Урсов принимает. Урсов принимает, а на групповом блоке Фиэли и Авдоченко находит свободную зону. Доводки нет, обычная передача. Хорошая атака Авдоченко из глубины со второй зоны. А сетку перебивать волейболисты не позволяют Шахтера. Мурашко, обманный удар. С не очень качественной передачи Филиппов. Сверху принимается мяч. Первый темп. И первый темп Иван Казицын находит. Разница те же 5 очков. Идеальная доводка. Первый темп Казицын. Мяч в игре. Бочаров. Бочаров, как кувалда из четвертой зоны. Сверхскоростная передача в четвертую зону. И Марченко через линию в стык зон первой и шестой вколачивает мяч в пятую зону. Первый темп. Фиэль. Прострельная передача. И Фиэль грамотно переводит мяч. Планер. Урсов принимает. Мурашко сильнейшим ударом по пятой зоне. Но мяч в площадку не попадает. Опять на его пути становится Андрей Марченко. Номер второй. На планер перешел. Бочаров принимает. Сам же атакует. Да, мяч будет переброшен без атаки. Урсов доводит. По блоку. По блоку выбивает у Ивана Казицына с рук мощным ударом, уже не переводя никуда, просто атакуя далеко вдаль. Роман Егоров. Филиппа в первую зону, укороченная. Мяч в защите поднят. Борьба на сетке. Будет ли атака? Бочаров. Мяч у красноярцев. Одной рукой выполняет передачу Константин Осипов. Едва-едва достает этот мяч. И первым темпом отыгрываются красноярские волейболисты. Игра началась, не успел состав сказать. Грамотно Кирилл Усов сейчас таким. Планер сверху принимается. Первый темп. Фиэль. Фиэль в противоход разворачивает кисть. Сверху принимает Урсов. Страховка работает. И Марченко с задней линии спокойно, без первого темпа. Темп, потому что Фиэль отскочил достаточно далеко. Фиэль на подаче. Планер. Планер. Быстрая доводка на верхний трос сетки. Первую зону подрезал. Очень красиво сыграно.
Сорванный прием. Будет ли атака? Почему нет? Мяч по блоку. Отыгран на стороне Шахтера. Первый темп. Козицын. Остановка. За головой. Авдоченко. Ну, одной рукой такой мяч, как сейчас пытался сыграть Игорь Филиппов. В первую зону подает. Сбивает прием. Но это атака на грани гениальности. Передача из глубины площадки, которую выполняет либеро Станислав Зборовский. Номер 15 Шахтера. Подача. Планер. Бочаров принимает. Мурашко атакует со скоростной передачи. Бочаров. Доводки нет, темпа не будет. И вновь гениальный Андрей Марченко атакует. Мяч с касанием блока. Мурашко. Страховка после удара Авдоченко. Отлично. Москона. Атака. И снова первый темп. Фель классическую стрелку провел в середине сетки, ближе к четверке. Резко атаковал по четвертой зоне. На подаче. Планер. Мурашко, какая защита. И кто опять на пути мяча? Конечно же, Марченко. Такое впечатление, что он везде. У красноярцев номер третий. Марченко принимает. За головой Авдоченко. Авдоченко за головой атакует на групповом блоке красноярцев, но попадает в площадку. Авдоченко. Янутов выбивает мяч очень высоко. И Константин Осипов, дождавшись, пока взмоет в воздух. Максимов. Марченко. Могучий удар, конечно. В первую зону Константин Осипов этот мяч поднимает, но он уходит далеко за пределы площадки. Марченко. Планер. Мурашко. Мурашко на одиночном блоке. Очень резкая передача уходит за голову. Роман Мурашко укорачивает. Укорачивает и попадает в зону конфликта. Фиэль пытается этот мяч подобрать. Фиэль на подаче. Планер сверху принимает. Мурашко. Какая великолепная защита. И кто опять? Угадайте с одного раза. Правильно. Марченко. Андрей Марченко заслончик сооружает на тройном блоке. И туда же подача. Планер принимает. Бочаров. Мурашко. Мурашко атакует на групповом блоке. Блок летящий. Передача скоростная. И от на подаче номер 15 у Шахтера. Планер. Бочаров. Сорванной передачи, зауженной, умудряется сыграть блок-аут. В великолепном броске, конечно же, Андрей Марченко этот мяч практически достает. Опять очков к ряду. Прием идеальный. И Марченко атакует с задней линии, цепляет блок Игоря Филиппова, который успел таки второй раз подняться в воздух. Планер. Мурашко от блока мощно отбивает от блока Максима Богатко и заканчивает партию с таким же счетом, как и первая. Бочаров. Мощный удар Павла Авдоченко мимо группового блока красноярца. Планер. Сверху принимает Марченко за головой. Грамотно, грамотно распорядился мячом Артем Масько. Одиночный блок. Бочаров принимает. Кирилл Урсов. Защита. Марченко. Бочаров на месте. За головой. Мурашко. Мурашко мощнейшим ударом атакует. Попадает в лицо защитнику. Первую зону подает. Доводка есть. И Марченко из Петфеля изящным грамотным ударом
через линию, опять же через открытую линию красноярцев. Игорь Филиппов принимал. Голая сетка. Запутались блокирующие красноярцы. Павел Авдоченко атакует на голой сетке. Тревожащий болельщиков Красноярска. Фиэль подает. Урсо принимает. Резкий удар с 4 по 4. Мимо блока. Урсов. Маско принимает. Марченко. Урсов на месте. Мурашко. Не отреагировали на первого темпа. Филиппов реально шел. Укорачивает первую зону. Отлично, отлично атаковал Павел Авдоченко на одиночном блоке Максима Бочарова. Хорошая подача. Бочаров перевисел спокойно Алексея Курыша. Сверху принимается этот планер. И Марченко просто расстреливает по линии. Андрей Марченко. Планер. Урсов принимает. Бочаров. Бочаров по четвертой зоне мощно атакует. Попадает в руки Артема Масько 23 номера. Подает. А началось все смягчение одиночным блоком атаки. Урсов принимает. Роман Мурашко. Грамотно. В стиле Марченко. Укорачивает. Мяч на стороне Енисея. Урсов. Великолепная защита Шахтера. Атака наотмашь с четвертой зоны. Мяч от блока уходит за пределы площадки. А поднял этот мяч планер. Марченко принимает. Фель грамотно разворачивает. 11-14 на подаче. Марченко принимает. Мощнейший удар Павла Авдоченко со второй зоны. В защите Виталий играет нормально. Мяч перелетает со стороны красноярцев на сетку. Планер. Урсов принимает. Первый темп. Первый темп. Антон Максимов на блоке Фиэля с касанием блока выбивает. Доводка есть. И Павел Авдоченко катанул поверблока в пятую зону с касанием Семена Дмитриева. 25-16. Счет 2-1 ведет Енисей. Роман Мурашко на подаче. Сильнейшая подача, но доводка есть. Авдоченко вытягивает кисть. И на прямой руке грамотно отправляет мяч в первую зону. Фиэль на подаче. Мурашко. Мурашко по диагонали. Алексей Курыш на месте, но резкий удар. Он с ним не справляется. Планер в первую зону. Заворотский принимает. Марченко по блоку. Янатов. Переброс. Переброс мяча повыше. Заворовский доводит снова. Без атаки. Марченко. И на групповом блоке Константина Осипова и Игоря Филиппова. Андрей Марченко выстреливает мячом с касанием пальцев блокирующих за пределы площадки. Партии. Сильно. Янутов на месте. Перебивает мяч на сторону соперника. И атака Авдоченко по линии. Все сокрушающие. Осипов. Маско принимает. За головой. Авдоченко. Янутов. Защита. Совершенно, совершенно не готовы игроки Енисея. Антон Максимов. Мяч отражается от Янутова в сетку. Ну, сделайте паузу. Бочаров у красноярцев. Маско принимает. Фиэль. Янутов одной рукой. Борьба идет двумя руками. Подбирает Марченко за головой. Фиэль великолепно атакует доигровку. Планер. Заборовский принимает. Ну, на одиночном блоке Романа Мурашко, Павел Авдоченко. На подаче у Шахтера.
Урсов принимает. Сам же атакует Москву в защите. Марченко. А вот теперь красноярские волейболисты сыграли в стиле Шахтера. Красноярцев Александр Янутов пошел принимать, но в последний момент раздумал. Как следствие, сорвана атака. Нет приема. И счет равный. Очень сильно подает. Филиппов из-за головы выбегает связующего. Производит атаку первым темпом. Казалось бы, мяч выигран, но нет. Два касания. Защитник Масько поднимает этот мяч. Кто-то сбегал. Я не успел посмотреть, кто это сделал. Подача подана. И блок поставлен. Принимает Марченко. Первый темп. Нет. Спорить не имеет смысла. Мяч поднят в защите после атаки первым темпом. Янутов принимает. Ну, здесь уже ошибка Константина Осипова. Двойной Филиппову. И вновь защита Марченко. Авдоченко. Достают мяч. Будет ли атака? Нет, не будет. Конечно же, не будет. Марченко доводит. Козицын. Мяч в игре. Мурашко. Ну, с такой защитой, такое впечатление. С такой защитой Шахтера забить им просто невозможно. А ждать, пока ошибется Шахтер. Москва принимает. Марченко с задней линии из-под первого темпа. Не успел блок опуститься после имитации Ивана Козицына. Сломал ситуацию и позволил Енисею выиграть партию. Кирилл Урсов выбегает перед Максимом Бочаровым. Кирилл Урсов подает. Опять же планер. Заворовский принимает. Идеально. Ну, здесь Павел Авдоченко возникнет. Непонятно. Марченко принимает. Сам же будет атаковать. Мяч доведен. Нет. Бочаров. Двумя руками скидка. И мяч переходит на сторону красноярцев. И на месте Антон Максимов. Москва принимает. И вновь защита. Переброшен мяч. Переброшен мяч. И герой эпизода у красноярцев. Лидер атак Шахтера Андрей Марченко. Мяч принят. Мурашко по блоку. И мяч от блока уходит за пределы площадки. 25-23. Победа Енисея.